не снимай, не выкладывай. Иди на место. На место. Молодец. Сиди на место. 27 марта. Четкие мальчишки. Почти все съели. Челси, место. Место. У нас есть... Я тебя звал? Иди на место. На место. На место. Сидеть. Челси. Челси. Вот тебе тут презент. Иди на место. Ты что, блин, такая невоспитанная? Я вот про эту колбаску. Ира Маяцкая передала колбаску. Но, к сожалению, я про нее вспомнила только тогда, когда Боба уже забрали, блин. Поэтому одну колбаску мы уже съели, а вот вторую сейчас съедим прилюдно. Так сказать, десерт собачий. Собачья радость. Да, собака? Надо тебя уже постирать. Ой, как она ее моментально кромсает. Боб прикончил наш шарик. Пришлось его выкинуть. Развалил его на две половины просто. Зубастик. 27 марта, девчонки и мальчишки. Мы в кои-то веки с собакой поехали на работу. Посмотрим, сколько у нас на улице. Дома показывает минус 10. Снежок такой мерзкий. Летит. Ветерок и холодно, сука. Вчера вот все с багажника сюда перетащил. Вот. Тут в багажнике у меня ехала установка. С этой. С как ее? Ой, синик бы. Ильдаровская установочка, на которой мы концерт проводили. В общем, вчера отвез сегодня мне в школу и поехал домой. А сегодня у меня 3 урока, поэтому не спеша, время полно, валим на работу. Гуляем тут с собакой. Видел когда-нибудь такие штампы? Я вообще. Зарядка проходит. Снять тебе зарядку. Вот по таким ноткам. Не видно ни хера. Метроном настраивает, да? Ну, в общем, пошли, собака. Пошли. Пошли. Иди сюда. Давай. Ты мой сладкий. Ты мой сладкий. Ничего у меня нет для тебя больше. Да. Да, все. Кончилось все. Наш админ сидит зеленый. Или голубой, как волк. О, там никого нету, да? Пойдем. А, короче, должна была быть репа, он не пришел и трубки не берет. Молодец. Почекаем четкого. О, как тут свежо. Вообще. Немножечко порядок навожу. Немножечко. Трещина. О, давай. Сюда сказал. Иди сюда. Иди сюда. Ты чё, блядь? Сюда иди, говорю. Сюда иди. Тупи. А! Балда. Кто там? Ну а ты чё лаяла, балда? У меня кокерша была. Так срезано, как будто. Это реально, это что, это не деревяшка, что ли, хотите сказать? Кстати, вот эта штука, она съедобная. Серьезно? Да. А из чего она сделана? Из мастики. Не хочу мастику жрать. Сегодняшний день закончен.
На базу я не собираюсь, хотя там висит новая чайная. А может заехать? Не знаю, я еще не обедал, хочу жрать. Поэтому, скорее всего, ты дал, как она морду положила мне на руку? А? Ты, чумичка? Мой сладкий. Эх ты. Учу, короче, новую песню. Как говорится, пожрал сам, дай пожрать другому. Не то чтобы я ей даю подкармливание, просто я объелся. И хочу, чтобы ничего, как бы, ни грамма врагу, как говорится. Вот, чесюндочка потащила куда-то коробочку. Не знаю, как далеко она ее утащит, давай поспорим. До следующих барабанов и обратно. Нет. Записки сумасшедшего. Да ты чё? Нифига предусмотрительный. Может, подколупнём чем-нибудь? Ну, блин, чё-то не знаю. Сука, это ж надо же, на замочек закрыт. Ну, ладно, чё. Время жрать. Заказал самокат. Чесюндра на стрёме. Вот такой вот плакатик в честь не школы, да, в честь года не школы барабан. Пойдем позырим. Что тут такое? Собак, ты идешь? Ты идешь? Алле? Идешь, нет? Ты идешь, собак? Чуть тебя не доораться-то, а? Ух, кто-то сандалил, да? Не по-одесски. Вот такой у меня столик. Собака тут сидит. А вдруг что перепадет, да, собака? Я рядом. И моя кишка блудина. Ты вот ела утром, а я-то нет. Продолжаю хомячить. И меня пробивает на смех иногда, потому что вот. Посмотри на ее рожу. Ты ела с утра. Тебе не стыдно? Дай мне покушать. Тебе не стыдно? Не смотри на меня. А у нас 31-е на дворе. Продолжается, так сказать. Я пахал. Пашка, басист, изъявил желание прикатить на базу, поджимить. Сейчас заскочим ненадолго, поджимим. Все это благополучно отснимем. Вот. И попрем уже домой. Веду такой ленивый бложик, без обозначения дат. Просто так снимаю тайком, потому что 5 бложиков от ложки, куда нафиг. Чё, собака? Курицу свою. Сиди. В нем можно плов варить. Плов не варят, наверное. Ну, я не знаю, ты сказал плов варить, вроде не подходит по смыслу. Че, показывай свою обновку, блядь.
Пуш-пул, да? Пуш-пул? Хуй знает. Пуш-пул. Пуш-пул. Хуй-пул. Хуй-пул. Ну-ка, он так не получается. Ну, прикольно, прикольно. Лежать. Вот пошла, я тебе сказала лежать. Лежать. Вот и лежи. От бочки-то отползи. Поглохни сейчас. Собака. Оставил, короче, парня на базе, поехал домой. Машина моя скрипит вся ремнями. Едем домой. 49 минут беспрерывного джема. Вот. Но вырезаю там прикольных моментов. Все, пока. Кто там? Пошли, дождевичок. Такой легенький, просто чтобы пузико не морать. Натяли. Поехали на работу. Всем привет. Продолжается 1 апреля у нас. Я провел один урок. Следующий урок должен быть аж в 7. Но заболел у нас один преподаватель, поэтому мне придется поработать немножечко побольше. Поэтому for my dogs. Видал, какая у него баллонька, то есть от грязьки. Зато она теперь чистая вся. Вот такую откопал баллоньку. Класс. В ней как-то себя же скованно чувствуешь, да, Чася? Ты чё такая вся? Так что часам к 5 опять прирулим сюда. Увидимся. Я заезжаю в свое болото, блин. Вот эта жесть вся будет растаяна, и она поплывет туда. Капец. Не знаю даже, куда встать. Возле магазина все занято. Попробуем притулиться куда-нибудь. Чика, мы плывем обратно. Пролетело 3 часа. Поспал. Потупил в интернет. Челси, иди сюда. Давай, иди сюда. Иди сюда. Ко мне. Давай, давай. Молодец. Немножко неуклюжая в этой одежде, стесняет она вроде бы, вроде не маленькая. Обратно мчимся на работу, однако, обратно. Снимаю ручку. Снимаю ручку. Просто раньше так заморачивались. Смотри, сколько всего тут сделано. Сколько тут металла, блин, просто. На это дело. Сейчас просто пришьют вот такой флешек и все. Вещи. Кентес. Я добрым глазом на него посмотрел. Сейчас. Все, не моя собака. А? Ты не моя собака? Она такая жесткая, на собаку. Разбирайся. Мы отпахали. Анатолий сегодня у нас преподаватель. Толя заболел. И на нас, на всех распределили его уроки, в частности. В общем, у меня целая гора уроков. Ну, у меня добавился всего один. Но, блин, я весь день в работе. Я сейчас вылез, сел на диван. У меня такое ощущение, что я не хочу с него вставать даже. Тяжело, блин. Все, хватит ныть. День закончен. Всем пока. Я еду домой. Увидимся. Пока-пока. 2 апреля.
девчонки, мальчишки. Приехали с бабки в гараж. Этот бензин накопил. Сейчас будем меня заправлять. Тут что как? Переобуваться вот хочу поехать. Уже снять эту погоню бензина. Выбросить банку. Опа. Грязнючий. Как черт. Смотри, какая ржавая. Горловина. Горловинка ржавая. Ага, почему? Ну, не знаю. Краска была же, по-моему, да? У меня почему-то на всех кубах эта горловина прям. Ага. Что, будет держаться? Как это, как в деревне справляешь меня? Привозил 72-й, да, получается? 76-й или какой он там был? Был? 76-й бензин. Воронка такая мелкая. Лей потише, а то прольешься. Вот Сашка, не знаю, войдет, не знаю, нет. Ну, посмотрим, что будет. Мойка. У папщика в гараже называется. Вот лугомойник как-то. Что там? Заправили полный бак, короче. Все положено. Сырье. Вот так вот мы заправляем. Так, надо открыть, чтобы папчик там промыл все. Опачки. Вот тут сполосни. Внутри, внутри там. Да. Блин. Все, заправка состоялась. Мы засунули резину обратно в куба. И сейчас поедем, поставим ее, короче. Вот такие дела. Поэтому с сегодняшнего дня буду ездить на Лите. Что-то думаю, что это больше, конечно, блин. 2 апреля переобуться, но надеюсь, снег больше не выпадет. Мне вроде никуда не ехать, ни на какой дальняк, поэтому не сын. Ездим. На Лите. Ой, надо было тряпкой протереть. Кого? Стопу. Давай, обойдемся. Обойдусь. Вот так. Размазали. Погнали. Опачки. Эскалатор включается только тогда, когда на нем едешь. Да, так стоит. Фоточку сделаем. Чик, чик, чик. Поехали, бабло, в банкомат запихивать. Уехало. Сам процесс не снял. А что, он уже включен? Был выключен? Опа. Поехали. И те тоже все работают. И трубы разноцветные. И буйки. Буйки. С папсиком. С утра ходим. Давно папсика не было в ложке. Пип-пип. О, нифига я вылез. Сидушку свою. Не сзади, смотри. Ну, он из головы. Стоит, по-моему, из головы. А, пошел. Ну, тут, смотри, весь задрался. Офигеть. Я думал, он тем ключом будет крутиться. Просто машину повесили, да? На 3 домкратах прицеп. Посмотрим, что тут. Хороший еще, по-моему. Пыльника здесь не хватает, короче, лишь забрасывать.
коробку. А вот то, про что я говорю. Гнилушка. Видишь, уже измучился. Еще цеплялся кто-то. Все, переобулись. Смотри. Красота. Папсик камеру себе прижил. Смотри, как смотрится летняя резина. 195 на 50. Просто как себе домой вошла. А мне казалось, что на 50 она будет маленькая. Но за счет того, что она 195, она наоборот стала больше. 195 на 50. Короче. Блин, чуваки, на новой резине ездить — это просто песня. Я забыла уже, как ездить на новой резине. Тектора какая-то. Стою полностью на льду. Что с той стороны, что с этой. На летней резине. Прикольно. Сейчас немножко поднагреем. Да, я думаю, скатится, она под горку стоит. То есть даже буксовать не будет. Я просто один раз... На следующий день мне надо было ехать в Челябинск. А я был на лете. А это была осень. Проснувшись, я увидел, что вокруг сугробы. И такой, да херня, сейчас к обеду растает. И вылетел из города на летней резине. Если бы ты только знал, как меня мотыляло, таскало. И крайней точкой стало, когда в Агаповке я начал с горки тормозить у светофора. И мне пацаны, которые сидели у меня сзади, говорят: Санек, газу, газу, газу. Короче, смотрю в зеркало, а там Матис летит сзади на меня, причем он летит с горы, я-то притормаживаю у светофора, он летит на меня и вращается вот так по дороге, то есть просто перед-зад, перед-зад, перед-зад. Мне пришлось нажимать на педаль, пролетать этот красный светофор, иначе бы этот Матиска бы прилетел мне в багажник. И мы такие с пацанами переглянулись и поехали в гараж переобувать Тойоту. Вот. Переобули мы ее тут же. У меня на Тойоточке были зимние колеса на дисках, летние. Без проблем. Переобулись и поехали. Выезжаем. Со льда. Нормально. Видишь, какое болото у нас здесь. А теперь вот хрен. Она вообще не цепляется ни грамма. Надо сходу. А сзади столб. Как тут сходу? Короче, пришлось отложить телефон, потому что либо выруливать из этой странной ситуации, либо снимать. В общем, не умею я так и то делать. Итак, я выехал. Кое-как, надо было просто газку дать, а сзади столб. Но машина не едет по льду вообще. Вообще. Только накатом. По-другому никак. Погнали на работу. Два урока, потом, может быть, заскочим на базу. Зацени, как тихо стало в машине. Да? Шум есть, конечно. Куб не отличается шумкой, да? У меня зашумлена только крыша. Все. Кончил смену их в стену, как говорится, да? Так. Дверь-то открывайся. Палки сюда. Рюкзак сюда. Давай сгоняем на базу, что-нибудь побарабаним, побрякаем. По приколу. Чисто по приколу. Пока жрать не захочу, а потом домой. Блин, какая красота на летней резине вообще. Зима, козел вообще. Помчались на базу, что-нибудь побарабаним. Палочка горит. И... Фух. В домике. Ну как вот тут без меня? Палок-то. Богатство. Каждая пара 2000. Это реально богатство сейчас. Будем экономить, тратить потихонечку. Ну вот. Я прям сейчас с 10 урока, где мы учили вот такой брейк. Такой себе брейк, короче. Звучит он примерно так.
Вот я наигрался. Вот я два урока провел, и я наигрался. Я не хочу играть. Прикинь, ничего не лезет в голову вообще. Поехали домой. Хочется кушать уже. И в интернете залипнуть. Вот такой я барабанщик, короче. Говно унылое. Поехали отсюда. Летом, короче, работать надо будет. Зачистить порог, снять накладки. Все зачистить, протравить, закрунтовать и покрасить. Вот. Вот тебе работа. Рисок хочу тебе показать, как оно это. Как оно это уже поездило. Воду держит вообще только так. Видишь? Глубочка вот это. Ну, новая. По снегу, конечно, не едет вообще никак. Опять поехал в это болото. Реально болото, смотри. Поплыли. Так, вот, смотрите, где-то колеса нет. Воды. Опять вот это. Прикольно. Ну все. У меня на сегодня получается все. Всем пока. Вернуться. Тебя люблю. Ненавижу, ненавижу, ненавижу.